Бонджорно, представляем вам обзор шоурума фабрики Снайдера в Милане. Нас встречает модель Элементи со своими уникальными фасадами из алюминия, стекла. Здесь новое стекло Intrecciato, бронзо. Керамика. Ручка динамично уходит. Модель Groove. Весь остров представлен в керамике с возможностью делать архитектонические композиции с фасадами от пола, то есть цельным блоком каменным смотрится. Бридж консоль Tibetus с подсветкой и аксессуарами, которые перемещаются свободно. Фасад Сипарио. Шпон ореха на алюминии. Конструктивно фасад выглядит так. Это сотовый алюминий как основа. То есть фасад очень легкий и не выгибается. Стабильный. Столешница из керамики. Подклеенной мойкой, смотрится монолитно, единым куском. Дальше. Модель фрейм представлена в новом прочтении, новый цвет Night Blue Micalizzato, то есть линейка эмали Micalizzato, который мы встречаем только у Снайдера. Это шелковисто-матовая поверхность с каменной пудрой из слюды. Смотрится очень благородно. Хотелось обратить внимание, как любят дизайнеры, чтобы продлевалась ручка гола средняя. Фасад для посудомоечной машины сделан единый, но состоит из двух частей. Таким образом, ручка у нас не прерывается. Витрина Риальто на новом корпусе, итальянский орех. Витрины мы знаем, что у них скрытые петли, светильники, которые светят не в глаза, а внутрь. Возможность укомплектовать аксессуарами, сделать такую винотеку. Уже, конечно, всем известная модель Ола получила новые элементы. Обогатилась переходным элементом Рекорда от колонки к полкам. Плавные линии, которые характеризуют эту модель. Возможность сделать декоративную панель с подсветкой, с переходом глубины. Профиль ручки Гола бронзового цвета, и в тон ему окрашена опора столешницы острова. Опора может быть окрашена в цвет кухни, в цвет профиля. Также появилась возможность делать закругленные элементы острова в шпоне. В данном случае это шпон эвкалипта матовый. Внутреннее наполнение. Ящик Legrabox нержавейка. Дополнительные аксессуары.
варианты дополнительных аксессуаров. В угловую колонку добавлены контейнеры, вращающиеся полочки для большего удобства пользования. Здесь мы видим модель Link. Обратите внимание, цвет серо-зеленый, металлизатор. Как всегда, шелковисто-матовый, очень благородный цвет. Столешница Aria с подсветкой. Интенсивность света регулируется, диммируется. Это покрытие черный, супер матовый. Керамическая столешница со встроенной мойкой. Декоративная панель стеклянная с подсветкой. Магнитная, магнитолаб с возможностью перемещать аксессуары в любое удобное для нас место. Таким легким движением руки. Так теперь выглядит алюминиевый фасад с отделкой черный бриллиант. Вот он полностью алюминиевый на основе сотового алюминия с алюминиевой кромкой. Здесь мы видим колонну паспорту с аксессуарами из массива ореха. Также аксессуары паспорту легко снимаются. Если здесь у нас, например, могут быть специи, поставить на стол, они будут участвовать в приготовлении. Витрины Риальто и полочки Evol на новом цвете корпуса, светлый вяз. Появилась сейчас новая высота 65 сантиметров, которой нам не хватало остро для витрин Риальто. Еще можно обратить внимание на новые отделки. Новые шпоны. Новые шпоны, орех. Новый дуб с глубоким брошированием. Тоже другого цвета. Орех, традиционный орех, но в таком более современном цвете. Еще один дуб, дуб пепельный. У нас еще есть много отделок новых, которые вы сможете увидеть, посетив шоурум Снайдера. Приглашаем вас, спасибо за внимание. До новых встреч!